Сегодня мы приготовим сушеные грибы с помощью сушилки для овощей Vitec VT5050. Нам потребуется минимум 300 грамм грибов. В данном случае мы используем шампиньоны. Грибы нельзя мыть. Их достаточно почистить ножом, если на них есть грязь или листья. Если грибы крупные, их нужно порезать. Выложить грибы на секции и установить секции друг на друга. Незаполненные секции установить сверху и закрыть крышкой. Включить сушилку для овощей, установить температуру 58 градусов Цельсия и таймер на 12 часов. Если заполнены все секции, то примерно через 6 часов нужно поменять секции местами таким образом, чтобы последняя секция стала первой. Когда режим окончится, сушеные грибы готовы. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.